А снова всем здравствуйте, с вами Техномаш, мы продолжаем Unbound. Я все-таки добрался вот сюда, где кирпичом этим нужно было раздавить растение, чтобы пройти дальше. Вот это место, где платформа ездит вверх-вниз, тут нужно было на камне доехать до низа, почти до шипов, потом прыгнуть, сделать два рывка на следующую платформу, ну и так далее, уже прыжками, рывками сюда донести вот этот камень. Просто чтобы сломать вот здесь растение. Все. Нам нужно стать опять маленькими. И, блин. А я, кстати, вот не знаю, нам тут камень нужен или что? Мне кажется, нам тут нужен теперь не камень. Обратная гравитация. Вот здесь. Ну, как бы, да, мы можем попытаться обратной гравитации это сделать. А, вот маленькость. Вот у нас есть маленькость. Это позволит нам пройти вот сюда. Вот. Да тут что-то порталы меняют все просто во все стороны. Последний отблеск, квест обновлен. Вот, теперь мы с этой стороны можем врата открыть. Все получается, вот он мост сломанный, который позволит вот аж куда-то туда пройти. Получается, вот тут было место, которое я пропустил, и вот тут я сюда добрался. То есть вне записи я походил и подобирался вот в такие места. Вот здесь вот, например, тоже было место. Вот здесь вот тоже было место. То есть это такие мини-испытания, чтобы дойти до духов. Ну, ничего особо интересного они там, как всегда, не рассказывали. Но прежде чем чинить мост. Врата Санарии. Вот. Мы вернулись теперь в Санарию, и тут тоже я вроде бы собрал все, что можно. Я имею в виду всех поселенцев. Вот это место было сложно, я его таки прошел. Вот это тоже. То есть тут не осталось вообще, по идее, мест, где я не был. Ну, тут как будто ничего нету на самом верху. Можно проверить, впрочем. Ну... Вот мы типа на самый верх приехали. Тут было вот это. Ну, вроде как ничего. А на эту стену просто никак нельзя цепляться. Ну, значит, все. И так как мы нашли очень-очень много, если не всех выживших, то... Появилось задание «Защитник. Безопасное убежище». Очистите ядро кристалла, чтобы помочь жителям бежать в новый безопасный мир. Поговорите с магом. Это в этом мире. Но есть же еще предыдущий. Вая. Получается, в Вае я тоже вроде бы нашел всех. Все тупички, закоулки, вот эти, все было облажено и проверено, когда у нас появился вот двойной прыжок. Я тут походил, все пособирал, повыполнял все эти обезумевшие совершенно испытания, чтобы до некоторых добраться. И тут тоже открылось задание «Защитник».
Насколько я прочитал, это тоже испытание. Кстати, а вот это что такое? А, это сюда, в башню. Все, я понял. Защитник, ну пойдем. Это куда-то нужно... Куда-то вот сюда забраться наверх. На самый... куда поехала? Стой. Ну, тут все просто. И, кстати, вот он камень. Разделенные миры. И тут очень-очень-очень-очень много всего написано. Прям дохренища про двух каких-то влюбленных. И которые там были то ли разделены, то ли что. Все, вон он, видите, сзади. Куча сельчан найденных. А поговорить надо вот с ним. Тебе удалось найти почти все заблудшие души в Айе. Благодаря тебе они увидят рассвет нового дня. Мы надеялись использовать эти врата, чтобы открыть портал в другой мир. Это безопасное пристанище вдали от демонов. К сожалению, ядро этого кристалла заражено скверной. Он не слышит моих заклинаний. Тебе нужно использовать свой осколок, чтобы проникнуть в ядро и очистить его изнутри. Сделай это, и эти несчастные будут спасены. Вот. Испытание, блин. Сердце Вайи. Оскверненный алтарь. Два штуки. Очистите ядро кристалла, чтобы помочь жителям бежать в новый безопасный мир. Тут закрыто, это опять по кругу ходить, блин. А... Чё-то я это... интересная фигня. Так. Нифига себе. А это куда? Понятно. Можно и так было пропрыгнуть. Вот оно что, Михалыч, тут нельзя, блин. Понятно, тут нельзя портал использовать, а как тогда? Блин. Нет, я понимаю, что можно сделать вот так. Блин, да что ж оно не прыгает? Сейчас. Мы прыгаем. Вот так и все. А тут что делать? Блин. Вот, вот так надо. Интересная фигня. Так, а... Эти заразы разбиваются. А как сделать, чтобы они не разбились? Они же в камень не превращаются. Интересно. Стоять, я могу эту фигню двигать. Она в этом мире двигается. Вон оно, чё, в чем дело, блин.
А теперь ее нужно поднять, чтобы они не убились. Ну, ё-моё. Кто бы мог подумать? Я что-то не подумал, что это... Оказывается, оно еще двигается здесь. Во, проходи, откроешь мне. Ура! Точка телепортации. Блин! Да. Ничего себе, блин! Ничего себе, блин! Это ж сколько действий нужно совершить за один раз-то. Нифига себе, блин. А тут опа и закрыто. Ха-ха-ха, три раза. Ладно, открыто тут. Опять короткие прыжки, не пойми почему. Ладно, тут открыто, блин. Прошел каким-то чудом. Это открываем. Угу, дали портал. Тут вообще непонятно, вот этот синий путь, он вообще нужен, не нужен. А! То есть я еще должен... Я еще должен запомнить, где находятся эти платформы. Ничего себе! То есть я должен... Да, блин, это с какой скоростью нужно? С какой скоростью нужно это все делать? Ужас! Кошмар! Что-то эти испытания чересчур жесть! Да я не знаю, блин, портал-то стоит на месте, он-то с нами не ходит. Не, что-то, знаете, ради такого я не собираюсь столько времени тратить, это уже перебор. Просто ради другой заставки вот так вот часы тратить, чтобы пройти вот эти вот испытания, чушь собачья, по-моему. Попробуем сейчас финального босса завалить, нафиг и все. Все вначале было неплохо, а потом стало все очень плохо. Все, мост построим, пошли. Угу. Понятно. Ничего себе. Ужас.
просто ужас. Какой же это перебор. А я вот не хочу в телепорт, но придется. Ёлки-моталки, ничего себе. Ничего себе, то есть я это еще должен... Да, с такой камерой удачи мне, что я могу сказать. Удачи мне, да, с такой камерой. Вот это вот, все пройти. Это, блин, сколько оно длиться будет? Почему оно такое долгое? Ужас. Что за ужас? Ну да. Опять полеты вот эти вот, которые называются. Замучай кнопку этого телепорта. Угу. А что это было? А почему я бьюсь об потолок? Вопрос такой. Интересный, блин. Бам! Что это было? Да. Вы угораете, что ли? Да, оно слишком быстро. Опять что ли сейчас эта фигня будет? А... Понятно. Понятно, что тут придется сейчас чередовать. Портал. Как же это плохо все в этой игре, а? Не, в этой игре что-то все очень плохо в конце. Знаете что, я вот очень не люблю игры бросать, но это тот самый случай, когда мы с этой игрой прощаемся. Извините, но я не собираюсь вот так мучиться. Это перебор. Все, всем спасибо за внимание. С вами был Техномакс, это был у нас Unbound Worlds Apart. Будь он проклят, всем до новых встреч, всем пока.